Одну часть иммунитета — это мы прогрели позвоночник. Вторая часть. Как мне, есть у меня армия, условно говоря, армия лейкоцитов. Как этой армии объяснить, например, что фибромиома есть в матке, туда надо прийти ее скушать? Прижечь. Очень легко. Очень просто. Этот метод известен уже сотни лет. Прижигание там, где болит. Корейцев расспрашивал. Выяснял через переводчика, какая методика прижигания, говорю, у вас тут. Расскажите, растолкуйте, у нас люди с славянским умом. Им недостаточно сказать, делай вот так и все. Они хотят задать вопрос, почему. Правильно, да? Не, хорошо, да, но почему? А как? Я, короче, 2 часа с ними, переводчик туда переводит, назад переводит. Ну, что-то я сказал, переводит, переводчик переводил меня туда, потом мне назад. Говорит, он сказал, где болит, там прижигай. Говорю, все? И все. Вот это, говорю, методика? Да. Зачем так в Корею надо было ехать? Мы это и так знаем, что где болит, там прижигать. Я думал, мы что-то умное скажем, знаете, там. Короче говоря, место, где мы делаем прижигание, это стресс для тканей. Нагреваем ткань до 43 градусов, когда появляется боль. На том же самом ковре. Есть керамика, турмане. И вы, имея простату или имея эрозию шейки матки, садитесь просто на эту керамику, но в режиме прижигания. То место, где вы делаете прижигание, туда скапливаются самые лучшие силы лейкоцитов, ваши. Что мне надо понимать? Мне просто надо знать, где болячка, где она, где. Неважно даже какая болезнь, потому что возьмем ту же самую матку, там могут быть эндометриты, спайки, аднекситы, фибромиомы, эрозии. И для всех этих болезней ответ будет промежность и низ живота. Еще сейчас третий момент мы с вами выясним. Еще раз скажу. Это корейская медицина, или, скажем так, она больше восточная, корейская, не знаю, как правильно сказать. Но для этой медицины вообще не важно, как называется ваша болезнь. Потому что ваша болезнь – это не ваше имущество. Вы не родились с этой болезнью. Это чужое для вас. И у вас есть для этого лейкоциты, иммунитет, которые готовы съесть эту болезнь, только ткните пальцем, где им надо появиться. И вот это ткнуть пальцем называется прижигание. Если это пиелонефрит, где надо прижигать? Вот здесь. Если это простата, то там. Если это мочевой пузырь, здесь. Или там матка, эти придатки.